Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Crash Bandicoot 2. Ну что, вверх? Надеюсь, здесь не такие будут тяжелые. Так, что-то связано с жерлом вулкана. Ангрид аут. Ну, погнали. Значит, можно либо просто входить в порталы, либо в них прыгать. Но мне кажется, что будет связано с вулканами, потому что мы в один из них прыгнули. Интересно, кто из боссов у нас будет? Ладно. Они так они. Чё-то я не удивлен. А там же закрыто. Нет? Так, у меня 12 хп. На следующий раз, когда он... Вот. А, все. Тогда все в порядке. Воу. Быструн какой. Это он очень быстрый. О, континиум. Контишки — это всегда хорошо. Плюс после того, как я забыл на самом деле, как играть. А это полезные вещи. Я думал, я уже сдох. Я подумал, чё? Ну, поехали. На самом деле здесь немножко... Я не понимаю их траекторию. Ну, как бы, где можно запомнить. Вам понять, куда они идут. Пропустим. Успел. Ух. Так, эти фигни уже были. Их только перепрыгивать. Я на него запрыгнул только что. Так, не, это какие-то хаотичные стали. По кругу херячат. Континуум. А в чем? О, тихо, 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 тихо. Главное запомнить траектории, по которым они херячат. У, готово. Запомнить траекторию и не облажаться. Так, там платформа есть. Чё он на меня смотрит? Ой, меня это спасло, жесть. Меня спасло посломанском. Так, ладно. Нужно как больше яблок собирать. Ну что, поехали. Так, кристалл. Я могу ниже, да, падать? А стоит ли? Ну, поехали. Ой, секретный уровень. Тихо.
Хорошо-ка. Ага. Я могу снова дальше здесь, да, продолжать? Либо я могу попытаться и пойти брать еще больше контишек. Ну ладно, одну. За счет одной контишки. Две даже. Меня достали. Ой, ладно, не буду мучиться, давайте. О, тут у нас еще секретный уровень есть. Вообще ништяк. Ну, если смотри, какие теперь у нас секретные уровни. Я понял. Значит, теперь меня Роботы не съедят меня. Теперь у нас такой бонус задуман, как... Догадайся, какую коробку лучше сломать, да? Кайф. И какой я должен был коробку сломать? В принципе, у меня есть вариант. Смотрите. У меня есть вариант один. Все, мне уже не удалось. Короче, нужно сначала сломать, который между, потом нижнюю. Как-то так. Как-то в таком порядке. Бля. О, точно, я ж могу так их ломать, ё-моё. Тихо. Эти хери ваншотят, бля. Не, бонус нужно забирать. Одна контишка не повредит. Плюс на боссе, на котором я даже не знаю, что будет. Готово. Я не понимаю, как достать мне тогда. Хотя я могу попытаться с помощью груза полета. За полета. Ну, в принципе, можно. Я тогда немного дальше пролетаю. Так, тихо. Да. Далеко пролетаю. Окей, давайте еще раз. Если не получается, я иду, потому что я только трачу время здесь, находясь. Блин, ну ради контишки, ну хочется постараться. Потому что, ну больше я никак не достаю. Только так. Ладно. Ну кто знал, допустим, вот сейчас, да? Откуда я мог знать? Я лично не мог этого знать. Как бы так. Но теперь буду знать. Ой, точно! О, успел. Давай. В подкате? Черт! Я забыл о прыжке в подкате. Я шаг дальше долетаю, блин. Ладно.
Плевать. В принципе, так ничего не потерял, хотя... Не, там, может быть, еще были коробки, когда вот у меня убивали, которые ползуны. Я ни хера не потерял. Сколько? 15 хп. Тигин ит. Ну, блин, подавился водой. Ой, чуть не захлебнулся. Да. Долгий. Ого. Что-то новенькое. Тогда мне эти хери не убивали, а только замедляли. Бля. Ладно. И так сойдет. Нормально. Нормально. Значит, когда... А, он постоянно меняется. На самом деле странные вот эти статуи. На самом деле они странные. Это нужно дело осторожно делать. О, неужели? Я так буду пол жизни делать. Тихо. Я точно никак убить нельзя. А, я даже хп потерял. Ух, черт, пожалуйста, контишка мне нужна. Нужно до контишки дойти. Довольно опасные твари. Континиум. Поехали. Угу, минус яблоко. Не, я так не могу их ломать. Так они не ломаются. Минус. Минус. На яблоки мне посрать. Так, а там еще наверху я видел, что-то есть. Вон коробка. Железная. А, так тоже нормально. Две хпшки плюс. Ага. И опять сейчас будут сраные проблемы с камнем. Что? Классно. Да. Давайте пойдем снова сюда же. Но на этот раз я пойду в другую сторону. А, все, теперь вижу, я туда пойти не могу. До свидания. В смысле, что мне тогда делать? Неужели на нее нужно... Сильно вот прыжок делать.
Блин, сложечно. Может, нужно просто близко не подходить и вовремя убегать? Тоже как вариант. Он меня успел ужалить. Я не понимаю просто, а что мне делать с дульями? Допустим, хорошо. Ладно, считай, что я получил какую-то мега-пупер способность. А. Главное, что они ломаются, ребят. Главное, когда я такой делаю прыжочек, они ломаются. Такие твари. И богу. Минус яблоко. Что? Нифига себе. Сказал я себе. А почему сейчас не вышло? Ну замечу, что я могу теперь скрываться под землей. И в принципе ихние атаки мне теперь ни хера не делают. Теперь я должен контролить вверх-вниз. Да, да. Значит, улья тоже нужно теперь грохать. Такое. Не, ну если в первый раз сработало, почему бы и снова бы ей не сработать? Мало дают яблок за такое разрушение. Так, тихо. Я туда больше не иду. Так, кристалл у меня есть. Поэтому ну нафиг тратить. Почему теперь не работает моя тактика? Как мне их убивать, блядь? Ладно, допустим, этих только... Этих только можно под земли убивать. Этих фиг поймешь. Бля. Мне же горит пукан. Ну, она Асу не высрала. Вот, почему сейчас получилось? Давай, давай, давай. Не, нужно это проходить. Наконец-то. Ну, понятно, где последние коробки. Они мне нахер не нужны. Осы. Бля, осы у меня туз приграет. Двадцать минут игры. Только второй уровень. А я должен проходить за 30 минут 5 уровней, включая босса.
Бись, тупые осы. Крэш, у меня нет времени. Я ж, ну короче, говорит про доктора Нео. Cold Heart. Поехали. Cold Heart Crash. Cold Heart. Cold холодный, Heart сложный, Crash. Гонка. Холодная, сложная гонка. Это так. Ой, пожалуйста, только давай без катания на ком-то. Спасибо. Thanks. Thanks, my friends. Так, теперь с этой стороны. Не, яблочки нужны мне, потому что... Блин, я думал континуум. Так, платформа. Так, здесь, значит, сейчас будет пиздец, да? Да. Сейчас был бы пиздец. Ладно, все легко делается. Нормально. И так сойдет. Не хочу, нафиг надо. А вот за секреткой можно исходить. Я застрял в воздухе. Что за баги? Пожалуйста, объясните. Ну хотя бы сейчас я упал, сразу не сдохнув. Бум, бум. Элла, посрать, минус яблоки. Я сам виноват, я тупанул. Я сам виноват, что тупанул. Хотя здесь можно выформить, будет жизнь, по сути. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Изи. Так, здесь мне лучше наверх попасть. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Отлично. Готово. Плюс получается две контишки. Две контишки. Ха-ха-ха. Типа я глупая, ага. Минус ловушки. Ты чё ещё за херь? Окей, значит, его можно грохнуть только через время. Да. Там столько яблок было.
Я все просрал. Ну ладно. Ага. Минус яблоко, чекпоинт, отлично. Сразу, чтоб все сломать. Тихо-тихо. Без глупостей. Да, у меня так вообще яблоки не падают. Так у меня вообще яблоки не падают. Так, ладно, ну здесь легко, в принципе. Так, это было легко. Минус. Можно долететь. Не вижу, что нужно бить, поэтому нужно бить все, что я вижу. О, ящики. Так, взрывчатки. Ух, было рискованно. Я не умер. Ага, там лед. Там лед, оказывается. Отлично. О, я так сейчас засмотрелся на доп жизнь, что даже не заметил, что там еще их больше стало. Это еще не все. Ну, короче, здесь закончим с вами. Дойдем до финиша. Дойдем до финиша и закончим. Он мое яблоко унес. Или мне показалось? Эх. Тихо. Вот что оно взрывает? Мне показалось, либо лед сломался немного, потрескался. Ладно, выходим отсюда наружу. А там выход был? Выход? Выход уже был близок. Я был близок около выхода. Я потерял уже дохера контишек. Я молодец, я молодец. Ладно. Ой, тихо. Тихо. Две контишки потратить в конце. Только я так могу. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и да, подождите. Блин, я только что подумал. Если это какой, если у нас это вторая только локация была, тогда окей. Если это... Если у нас сейчас остается 3, тогда сделаем следующую серию. Если нет, тогда все сделаем в этой серии. Значит, это будут часовые видосики. Я так. За ваш пром. Потому что
Первая часть у нас закончилась за 6 серий. Я там пытался проходить ближе к боссу и рассчитывать. Ну сейчас ладно, глянем. Раз. Да, еще. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.